Каждый житель может подойти покушать вкусной халяльной пищи. Сегодня на обед у нас гречка с мясом, пирожок с картошкой, сладкий чай. Нет, это не разовая акция в честь какого-либо праздника. Это настоящее доброе дело, которое длится уже полгода. 6 месяцев назад мусульмане Сызрани начали свой благотворительный проект под названием «От сердца к сердцу». Волонтеры бесплатно кормят нуждающихся, малоимущих и просто прохожих. Вначале было, в общем-то, сомневались в успехе этой акции, но время показало, что люди нуждаются. На сегодняшний день приходят дедушки, бабушки, нуждающиеся. Организаторами доброй кампании являются прихожане городских мечетей, а также татарская община города. Принять участие могут все желающие. Перечислить посильную сумму или стать волонтером и постоять на раздаче. Мне понравилась акция. Я уже в течение 2 месяца посещаю данную акцию. И прям показывают, что мусульмане города Сызрани по-настоящему добрые люди и соревнуются в благих деяниях. И показывают людям, другим пример благого нрава. Эту скромную машину с ярким баннером здесь знают и ждут. Каждую субботу у торгового центра, куда она приезжает, к 11 часам уже выстраивается очередь. Заодно такое мероприятие отведать угощение приходит около 100 человек. Кто-то берет контейнер с едой для себя, кто-то относит пищу нуждающимся соседям или родственникам. Акция – это дело хорошее. Все довольны. Все, особенно мы, старики, кто инвалиды, кто, ну как вам сказать, немощные. Ну я, например, меня зовут Елена Владимировна, я ветеран войны. Мне скоро 90 лет, и я очень довольна, что занимаются акцией вот это вот кормят малоимущих, да не только малоимущие, тут все идут, кто хочет покушать, те идут. Огромное спасибо. Несмотря на простоту блюд, эта еда всегда пользуется спросом. Да, активисты из Сызрани навряд ли смогут спасти от голода весь мир, но поддержать тех, кто рядом, тоже дорогого стоит. Если каждый из тех, кто посмотрит это видео, накормит хотя бы одного нуждающегося, мир вокруг станет намного лучше. А мусульмане Сызрани тем временем готовятся к открытию еще нескольких таких пунктов.